хуярим в любом состоянии. О, сегодня я умираю от аллергии, дорогие мои друзья. И даже травка не помогает. А аллергия у меня из-за того, что я достаю вот эти всякие 25-летние запчасти, которые, наверное, никто не доставал, не чистил все эти годы. Короче, пиздец. Аллергия на пыль. Ну вот, сначала будем делать вот этот Bentley Stitch. Наверное, не видно вам. Клеить его. Когда клеите на большую площадь, я советую вам завернуть ваш материал так в рулончик и делать это, короче, bit by bit, чуть-чуть, bit by bit, час за частью. Возьмите вот такой кусок, наложите много клея довольно, так нормально клея, положите этот кусок, прижмите его, потом немножко вот так отверните, и потом клейте и прижимайте, вам надо будет хорошо его прижимать везде, чтобы он приклеился, чтобы не было волн. Втирать лучше всего микрофайбой, мне кажется. Так, потихоньку. О, кстати, мне кто-то сказал, что этот клей помогает от аллергии. Так, в ноздри заебашить. Ну что-то, блядь, нихуя не помогает. Но зато вот это вот красиво уже. Очень хорошая идея вырезать дырки для колонок, когда перевернул, потому что ты видишь конкретно, сколько материи нужно, чтобы ты не отрезал сильно много. Ну и плюс тебе надо заклеить все. Короче, то, что я имел в виду. Аллергия убивает, блять. По-моему, мне на этот гараж аллергия. Короче, заклеить все вот так по бокам, чтобы все было четко. Так, когда вы закрепили все по углам, теперь можно уже его перевернуть и положить под пресс на ночь, чтобы все уже было готово утром. Ну вот, как-то так у нас получилось, мои дорогие друзья. Я думаю, для первого раза неплохо. Материалов где-то на баксов 10. И я думаю, от Bentley ничем не отличишь. Когда станут сюда красные колоночки, вообще будет пиздато все. Да, мы потратили полдня и отчихали пол ебла. Зато посмотрите, какая замечательная получается у нас хуйня. Так что видите, я не только всякую несу вам чухню, но еще очень часто показываю, как делать хорошие вещи. Так что давайте в следующей серии будем продолжать делать эти двери.